Добрый вечер, друзья. Сегодня в главной роли болгарский театральный и кинорежиссер Явор Гырдев. Очень рад вас видеть. Спасибо большое. Тот самый случай, когда очень многие ваши поклонники среди театралов говорят, что Явор, к сожалению, ставит редко в России, но метко. Каждый ваш спектакль пользуется очень большим успехом. И если говорить о Москве, то прежде всего это фактически для вас такая уже ставшая родной площадка театра наций. И сейчас это третий спектакль в вашей жизни, в работе с Театром наций. И спектакль называется «Игра». «Игра», да. И очень важно то, что все сразу начинают как-то так оживляться, то, что это не просто спектакль, а это триллер. Итак, что это за триллер? Ну вот у нас такой триллер, специфический, я бы сказал, триллер, который интересен мне тем, что... Там возможно ставить как бы про экзистенциальное пробуждение, если можно так сказать. Ну, если, если не надо говорить сложно, то про возможность как бы поменять точку зрения и обрести новый смысл, чтобы стало возможно жить. То есть у нас есть такой персонаж, которому как бы невозможно уже жить из-за того, что... его покинула жена. И там вообще он... Но тут только жизнь и начинается обычно. Это так, как бы, да, это как, звучит как мелодрама, да. Но это вовсе не мелодрама. Там получается такая довольно сложная и жесткая, я бы сказал, игра, в которой триллер является просто средством. А вот цель, она другая. Человек хочет обрести новый смысл, и поэтому ему вообще невозможно жить. И как бы пользуясь этой игрой, он старается найти вот этот смысл, как-то очиститься и взглянуть на мир так, чтобы было возможно ему вообще жить. И вот это делает возможным работать над характерами, над персонажами и действительно как бы заниматься человеческими характерами и проблемами, а при этом остается вот средство триллер, который очень в детективном плане как бы очень интересно и с такой большой долей мистерии все преподносит таким жанровым способом. Для очень многих слово «игра» подразумевает прежде всего компьютерные схемы, при которых герой движется по некому пути, и ему кажется, что он выбирает этот путь. Но на самом деле количество вариантов уже давно просчитано совсем не им. В вашем случае с триллером «Игра» герои оказываются в очень жестких предлагаемых обстоятельствах по своей вине или кто-то за них уже давно знает, что будет происходить? Дело в том, что действительно есть такая иллюзия, она как бы в центре теории конспирации, что есть какая-то продуманность, которая нам неизвестна, и мы как бы действуем в предлагаемых обстоятельствах, а все равно в конце получится то, что кто-то другой задумал. Но этот Deus Ex Machina, этот кто-то другой, у нас практически такого нету. Человека или Бога даже, я бы сказал. В нашем случае все гораздо жестче, я бы сказал. Потому что тема здесь у нас, она про то, где заканчивается игра и где начинается реальность. И когда мы играем, может ли игра быть такой уже жесткой, чтобы как бы перешагнуть в реальность? И в нашем случае персонажи просто теряют возможность понять, где заканчивается игра и где начинается жизнь. И как бы жизнь их сюрпризирует. Они попадают в ловушку жизни. И вот когда теряется вот эта граница между игрой, между виртуальным миром и реальным миром, между игрой и реальностью, вот эта граница меня очень интересует. И именно про этой границы и наш спектакль. Значит, я как зритель до самого финала не буду знать,
куда повернется сюжет и чем все это закончится? Ну, конечно, эта пьеса очень известная. Там есть два фильма. То есть в основе сюжета, может быть, сюжет будет... некоторые из зрителей, они будут знать сюжет. Но дело не в этом. В древнегреческой драме тоже все знали сюжет. Дело в том, что, зная сюжет, они при этом как бы оставались и смотрели до конца, потому что не в сюжете же дело, а как бы сюжет является только средством, а цель другая. То есть в нашем случае я надеюсь, что даже если публика будет знать заранее сюжет, это будет все равно интересно. Но для Москвы, для России была сделана адаптация с известной английской пьесы Шефера, Энтони Шефера, потому что есть еще и брат у него, сделан совершенно замечательным нашим драматургом Михаилом Дурненковым. И так как он человек, прекрасно чувствующий реальность, а может быть даже предугадывающий, что будет дальше, вот его тексты, ну, это всегда очень концентрированное выражение того, что хочет зритель, или даже что он не может предположить. Вот эта адаптация, как она возникла? Нам надо было немножко просто осовременить эту историю, чтобы она действительно действовала как история, которая может случиться сегодня. Вот и все. Просто надо было сделать эту адаптацию, чтобы современный зритель связывался спокойно с этой, с этим текстом, как бы не учитывая эту, ну, это временной период. Угу. Да. Ну, вот и так. И мне очень, как бы, некоторые современные российские драматурги мне действительно очень нравится. Я поставил большое количество пьес по современной российской драматургии. Вот в прошлом году, даже вот в прошлом году последний пьеса спектакль «Пьяный, Вырыпаева». Да, Вырыпаева. Да, угу. «Пьяный Вырыпаева» с Михаилом Дурненковым, которого я очень уважаю. Мне очень хотелось поработать, потому что я смотрел другие его работы, в том числе адаптации, скажем, адаптации «Фрекен Жюли». Угу. И мне кажется, что в этом плане... Тоже в «Театре нации». Да, тоже в «Театре нации». С Хаматовой и Евгением Мироновым. Да, вот постановка Томаса Остермайера. Да, да, прекрасно. Мне кажется, что Дурненков очень адекватный в этом смысле и хороший партнер, идеологичный партнер. И вот в качестве драматурга этой постановки он как бы сделал эту адаптацию. Ну так, апропо, я хочу сказать нашим зрителям, что пьеса Вырыпаева «Пьяная» и спектакль, который вы поставили, в Болгарии был признан лучшим спектаклем сезона. Да, у нас есть такая награда Союза болгарских. В связи с этим хочу сказать, что многие вас называют хирургом в режиссуре. Но вот посмотрев «Метод Грёнхольма», который идет с большим успехом в «Театре нации», и «Киллер Джо», мне кажется, что здесь можно даже другой эпитет подобрать. Знаете, есть хирурги, а есть нейрохирурги. Вы действительно такими тончайшими работаете инструментами, что спектакль выстраивается в почти совершенную конструкцию. Почти, потому что все-таки это дело живое. И, наверное, особое удовольствие работать с артистами, тем более такого уровня, как Виктор Вержбицкий. Тут компания-то ведь в спектакле «Игра» не очень многонаселенная. Всего три человека. Всего три человека. Да, и вот эта вот ниточка, петелька, крючочек – должны быть безупречны. Да. Ну, мне бы как хотелось бы, конечно, чтобы так было. Действительно, чтобы кадр, если так условно сказать, был очень-очень крупным. Угу. И чтобы там все, все детали внутренней жизни артистов были заметны. Даже если меня спрашивать, я бы все ставил на дистанцию, как бы, 50 сантиметров, метр от артистов. Даже вот большая сцена для «Метода Грёнхольма», мне кажется, слишком большой. Потому что, ну, знаете, иногда просто удовольствие от того, что ты можешь смотреть артиста, который на очень близкой дистанции от тебя как бы разрабатывает образ так, чтобы тебе бы захотелось быть в его обстоятельствах, он вот является артистом, который стоит рядом, это большое удовольствие. Вот такие пьесы, они дают такую возможность. Чуть-чуть оторвавшись от площадок «Театра нации», признавайтесь, что у вас за кинематографическая премьера грядет?
Это особенно интересно, потому что там снимается Иван Янковский, там снимается Игорь Меркурбанов. В общем, компания под вашим руководством очень-очень интересна. Да. Ну, что это за картина? Ну, это картина, которую мы начали 2 года тому назад. Угу. И эта картина такая довольно амбициозная, а антиутопия, которая, действие которой происходит через 10 лет, то есть 10 лет в будущем. Uh-huh, uh-huh. Как называется фильм? Фильм называется «Икария». И пока... «Икария», да? «Икария», да. Он пока в процессе производства, так что я не могу сказать, когда будет премьера. Хочу поделиться еще своим впечатлением от ваших спектаклей, которые вы поставили в Петербурге. А есть, скажем, города поменьше, просто по размеру, не по значимости, где вы тоже работали в России, и будет ли перспектива, связанная и с Москвой, и с Петербургом, и с регионами? Ну, знаете, у меня есть еще один спектакль. Mm-hmm. То есть у меня как бы 3 спектакля в Москве уже. Один в Питере, это «Канкун» Жорди Гальсарана в приюте комедианта. И еще такой спектакль, которого я очень-очень люблю. Спектакль «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Mm-hmm. Это в Саратовском академическом театре имени Слонова. Замечательная, кстати, актерская команда и вообще театральная традиция этого города. Там, ну, вы знаете, такое большое количество саратовских артистов, которые, да, как бы знамениты своей школой и как бы своим талантом. Это чувствуется. А как вы с Евгением Мироновым познакомились? Это было лет 10 назад? Да, уже 10 или, может быть, 9 лет назад. Не помню точно. Но просто некоторые из моих спектаклей болгарских, у них были гастроли на разных фестивалях московских. У меня в 2004 году был такой спектакль «Человек-подушка» по пьесе Мартина Макдона. Знаменитый это спектакль, именно ваш, да, вы еще Кирилла Серебренникова поставили. Да. В Кубе все было, да, в таком? Да, вот в 2004 у нас были гастроли на фестивале, кажется, на фестивале имени Станиславского в Москве. И вот у нас был там такой замечательный эксперимент, в котором артисты были полностью изолированы от публики. Они не могли вообще с публикой общаться, как бы даже не замечать, что есть или нету публики даже вообще, потому что они были в таком стеклянном кубе с зеркальной поверхностью, то есть артисты не могли ничего видеть там. Они изнутри не видели, а зрители видели все. А зрители так, они были очень близко к ним, и они их видели вообще как в зоопарке, как они могли вот так разглядывать самые маленькие морщины. Хирург, не зря у вас хирург. Ну вот это для меня до сих пор, мне кажется, что это идеальная театральная коммуникация, потому что таким способом получается так, что четвертая стена у артистов, она есть. Когда они закрыты в таком пространстве, они начинают существовать в таком почти документальном, я бы сказал, режиме. И мне кажется, это очень интересно, потому что такая защита как бы от необходимости что-то представлять кому-нибудь, она сосредотачивает действительно на то, что надо сыграть, на то, что у нас является самым главным. И вот это сосредотачивание, оно мне очень любопытно. Нисколько не сомневаюсь, что триллер, который вы поставили в Театре нации, который называется «Игра», построен по такому принципу, как будто мы все рассматриваем под микроскопом. То есть это будет сверхконцентрация, сверхсосредоточение на том, о чем вы хотели рассказать. Да, мне бы очень хотелось, и я очень доволен, что вот встретился с такими артистами, с которыми действительно можно работать в этом направлении. Эта работа, она была для меня удовольствием, именно потому что в таком формате, как бы камерном, можно действительно сконцентрироваться и как бы финно поработать с артистами. Так как в вашем спектакле только главные роли, их 3, это Виктор Вершбицкий, Александр Новин и Александр Доплер. Вот спасибо вам и спасибо им и всей команде, которая работала над триллером «Игра» в Театре нации. Спасибо. Режиссер Явор Гырдев сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся.